Мощный взрыв прогремел сегодня на нефтебазе в Кокшетау. Одной из станций, два топливозаправщика. Моментально охватило пламя. В огне погиб 35-летний мужчина. Хлопок напугал даже жителей, находившихся на расстоянии нескольких километров от места ЧП. А дым от пожара видели в противоположном конце города. К моменту прибытия пожарных станция и два КАМАЗа-заправщика были в огне. Примерно за полчаса 11 единиц техники и 36 спасателей смогли победить пламя. Чтобы избежать его распространения на соседние топливные емкости, все пришлось залить специальной пеной. На месте происшествия обнаружили тело мужчины. Он работал оператором станции. Подробности случившегося и что могло стать причиной взрыва, специалисты пока не уточняют. Назначена пожарно-техническая экспертиза для уточнения причины пожара. Назначена также судебная медицинская экспертиза. Органы дознания проводят все следственные мероприятия по уточнению причины пожара, а также виновных лиц.